Всем привет, друзья, с вами Влад Габуза. Я открыл ровно 400 наборов охоты за сокровищами в прямом эфире. Скажу вам так, мне выпал Мухаммед Салах. Наконец-то свершилось чудо. Но Мухаммед Салах выпал не один. Давайте так, кто сумеет подсчитать ровное число мастеров, которые мне выпали в этом событии, его комментарий не перекроет до 11 часов вечера, тому я кину, например, 20 миллионов монет, либо 500 рублей. Или кому-то из вас подарю аккаунт с рейтингом 104 и выше. Но обязательно условие, чтобы вы были подписчиком моей странички в Инстаграме. Также обязательно подписались на мой YouTube канал. Вот там вот вниз. Нажимайте на красную кнопочку, и она станет серого цвета. Обязательно подписывайтесь, ставьте здесь лайк и пишите любой комментарий. Ну, не любой комментарий, лучше напишите реально, сколько мне выпало мастеров. Все зависит именно от вас. Всем вам хочу пожелать удачи. А для тех, кто хочет посмотреть, что же мне все-таки выпало, приятного просмотра. А спонсор, я сегодня не словлю Мухаммеда Салаха, это будет просто самый невезучий человек во всем мире, который только существует. 400 наборов, ребята, 400 наборов. Вы себе можете такое представить? Я лично не особо могу представить. Так, открываем. Давайте, опа, сразу начало. Только открыли, первый мастер у нас выпадает. Вообще офигенно. Особо понту нету от Мухаммеда Салаха, но лично я делал вопросы, чтобы он мне выпал. Знаете, вот... Хотя бы хоть какой-то баланс был, потому что ну уже почти всем он выпал. Мне еще не выпал Мухаммед Салах, я кочу. Если не выпадет, купи его. Да ну, когда ты покупаешь Мухаммеда Салаха, нету такого вот, знаете, понта никого. А когда тебе выпадает именно в наборе Мухаммед Салах либо кочу, вот это вот оно, то самое. Опа, Матиба. Кто, кстати, сумеет отгадать? Хакими. Блин, так надоело, кстати, этот образ держать какого-то такого дурачка, который вечно радуется, прыгает на самом деле от этих паков. Вот честно, ну блин, ну не испытываешь никакое удовольствие, открываешь вот эти вот наборы и это понимаешь, ну не то совсем, не то, что ты хочешь. Вот когда бывало, типа в самом начале, когда я открывал именно FIFA Mobile 14 версии, даже в 17, вот тогда типа испытывал реально удовольствие, когда открывал вот это все. А сейчас иногда, знаете, чисто переигрываешь, когда открываешь эти наборы. Салах ночью падает, братан. Да и я надеюсь, то, что будет все как надо. И хотя бы один уже выпадет. Вы же знаете, чисто для себя, чтобы я понимал то, что, ну, не антилакер, точно. Потому что, ну, антилакер это уже пипец. Я уже подустал от этого всего. Когда следующий конкурс? Ну, как будет по деньгам все, то будем делать. Алекс и Бобби выпадает, 94 рейтинг. Опа, опа. 93 рейтинг, ЛВМ. Вот насчет Неймара не факт, что он перейдет. Томас Партье. Если бы побольше можно было открывать, а то по одному открывать Джена выпадает. 94 рейтинг. Ну, когда уже максималочка будет. Пока что особо таких высоких рейтингов мне не выпадало. Там хотелось бы, конечно, чтобы Хазри, За, Матип выпадал уже. Морес, Сар, Кандогби, Ваньяма. И Воби выпал только. Имба, спасибо большое за 25 рублей. Приятно очень. Очень-очень приятно. И сразу мастер нам выпадает. Да, Хакими снова выпадает. Вот так вот, ребята. Короче, ищем сейчас Мухаммеда Салаха. Я очень надеюсь на то, что мне повезет. Пожалуйста, автокликер. Сделай чудо, чтобы я сейчас получил Мухаммеда Салаха. Но пока что только монеты выпадают. Но с помощью кликера намного легче, кстати, открывать. Опа, Сершурье сразу выпадает. Хитрец, да вот так вообще должно по маслу идти. Опа, Камано выпадает. Вот так вот. Это я понимаю нормальная тема, когда так открываешь. С помощью кликера. А то, блин, прикиньте, открыть столько много наборов. Это жесть просто будет. Ну, а с кем еще? Опа, Мэнди 97 рейтинг выпадает. Вот такое счастье. Вот когда только поставил на это, на автокликер, сразу фартануло, Мэнди выпал. Вот это я понимаю. Нормальная тема, ребята. Что скажете? Джен, ну вот это вот счастье. Ну, только есть, конечно, свои нюансы некоторые. Потому что иногда приходится руками еще клацать. Но, что поделать. Пониже один. Сейчас пониже поставим. Опа, 90 рейтинг выпал. Ну, вот это вот счастье. А ну-ка сейчас, секундочку. Спасибо, вы с ума меня там сводите. О, Камана. Символ. Если еще два символа соберу, то я получу Окочу. Но вообще хотелось бы, конечно, чтобы и Воби выпадает. Но кому выпал Мухаммед Салах, либо Окочу, ставим плюс. Ваньяма выпадает. Два в одном. Градул. Салах выпал, Салах! Салах, парни, Салах наконец-то выпал. Наконец-то чудо свершилось. Наконец-то! Первый Салах, который столько долго времени мы старались получить, наконец-то чудо! Я не думал, что уже Салах мне выпадет, ребята. Я реально не думал, что мне Салах уже выпадет. Есть! Оно свершилось уже, свершилось. Все, антилакер прошел. Хоть и стоит Салах 8 миллионов монет, срать на стоимость. Самое главное, то, что мы его получили.
Как думаете, а Кочу сумеем еще получить? 700 наборов, парни, 700 наборов для того, чтобы получить Мухаммеда Салаха. Нет, я должен еще доделать до конца, просто должен, должны еще Кочу получить. Прикиньте, сейчас еще один Мухаммед Салах выпадет. Символ еще один символ получай и сразу моего Кочу получить. Ребята, прикиньте, еще Кочу получим. Бакамбу выпадает. Вы знаете, аж настроение поднялось, сейчас должны тащить, просто должны тащить, должны. Фух. Снова выпадает мастер нам. Лучше вообще, чтобы именно Соне выпал нам еще вместе. И Воби. А монеты типа все нормально. Еще один мастер выпадает. И сразу же и бахнул. Не, не 3, ну короче 5 это 7. Там сразу же следующий ролик бахнул где-то 90 тысяч просмотров. Еще раз мастер выпадает. Портье. Бывает по кайфу записываешь. Вот сейчас по кайфу Серж Орье снова выпадает. Я не знаю, уже раз 100 выпал. Но Мухаммед Салах это сегодня вообще тупо уничтожил. Ну вряд ли такой видосик зайдет там, где чисто о себе рассказываю. Кроме FIFA Mobile вообще ничего не заходит у меня. Попробовал сыграть PES, да, Матиба? Да, играл в PES, пробовал множество всего, но пока что именно тянет именно к FIFA Mobile. Ну и без повода вообще не бью, Матиба. У вас в городе такое есть? Вы вышли на улицу, смотрите, там до хрена бомжи лежат, рыгают там... Ваньяма выпал, наконец-то. Я думал, он уже сегодня мне не выпадет. Нужно ночью открывать. Да мы Мухаммеда Салаха уже получили, ребята. Зачем у тебя картина черно-белая? Ну, захотелось сделать такую... Калу. Кстати, помню, был во Львове, там достаточно немало подписчиков было. Там реально красивый город, мне очень нравится во Львове. Бакамбу. Хазри был, клянусь, ты не увидел. Символ получили? Так, ребята, возможно, мы сегодня еще Акочу получим. Но хотелось бы, конечно, чтобы он в паке выпал. Ну, знаете, вот, типа, за символы получать Акочу это круто, но хочется именно в паке, чтобы он выпал. Вот это вот будет самое оно. Или чисто за символы. Конец эры? Не, смотрите, ребята, Амазон выходит. Или Амазонка, как я не помню, Джена выпал нам. Кого когда день рождения, в честь вас в портье. Сколько у тебя символов? Камано? Кало? Хакими? Гуе? Какой шанс на символ? Очень мизерный шанс. Как ты кликера это поставил? Ты можешь... Джена, кстати, выпал. Вы можете посмотреть это в записи, в самом начале, как я выставлял кликер. Что такое эфир было? Что такое необычное? Команда выпадает. Рейтинг 90. Кстати, напоминаю, если кому-то из вас нужна, например, накрутка монет... Кандогбе! Кандогбе! Наконец-то, если кому-то из вас нужна накрутка монет, либо поинтс, обращайтесь к ним, лично сообщаем в контакте. Но за поинтс вас можно заблокировать, за монеты нет. Гуе. Типа вот видосики поделать. Гуе. Снова выпадает он. 400 наборов. Больше, нежели чем 400 наборов. И Акоча не выпало. Зато Сане уже раз 5 выпадал. Если тут я пропущу вдруг Акочу, типа напишите мне об этом. Я надеюсь, то, что и Воби выпадает. И Воби. Давай, давай. Ну, пожалуйста. Подгонщик должен быть топовый сегодня. Здорово, Тёма. Салах выпал, два раза мне выпал Салах. На тебе, так вот в розу, Салах. Салах еще под конец уже. 8 часов 50 минут. Два Салаха. Вот такие вот дела у нас. Ребята, еще мы Акочу уже добьем до конца. Наконец-то. Чудо. Я уже думал, все, ребята, все потеряно. Но нет. Ладно, устал от этого события? Нет, не устал. Типа, что мне уставать от этого события? Вообще... И шаг. Кстати, ребята, если вы участвуете в моих конкурсах, пожалуйста, открывайте ваши странички на ютубе, чтобы я видел то, что вы подписаны на меня, и чтобы вы поставили лайк. Серж Урье, 91 рейтинг. Просто если вы не ставите лайки, не подписываетесь, и у вас закрытая страничка, то я могу просто-напросто пропустить ваш аккаунт. Из-за этого прошу вас, сделать это. И в честь НН тоже откроем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мотив 97 рейтинг. Ну ладно. Вот это вот наборы, вот это вот кайф, ребята. Еще раз Мухаммеда Салаха, два Мухаммеда Салаха мы за этот эфир получили. Получим Акочу. Это свершится, наконец-то. Акоча с рейтингом 99 ПП у нас есть в составе уже. Свершилось чудо, ребята. Это случилось, наконец-то. Тот самый-самый-самый лучший игрок. Я, конечно, понимаю, что усилки они лучше, но... Акоча это ради контента. Это жесть, конечно, сегодня. Два Мухаммеда Салаха, Акочу мы получили. Матипа получили. Да хренище игроков. Это пипец. Столько много игроков. Охренеть, конечно. Всем до скорых встреч. Спасибо еще раз за то, что были с нами. Завтра крутая нарезка. Спасибо большое каждому из вас. И всем пока-пока.
Вот я получил аккаунт у Влада Капусты. Вот он такой, 108-й. Вот, двигаю даже игроков. Ну, в общем, спасибо Владе Капусте за его конкурсы. Ну, всем пока.